Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в новинку, которая называется Warsafe. Ну что же, игра только сегодня вышла, вот буквально пару минут назад я ее купил, и теперь нам предстоит посмотреть, что она из себя представляет. Но, насколько я понял, по картинкам, по скриншотам, по видосикам, она чем-то напоминает Lord of Eratus. Многие помнят, да, эту игру у меня на канале. Что-то типа того, пошаговые бои. В общем, давайте смотреть, ребята. Так, начать новую игру. Так, сохранение и так далее и тому подобное. Фух, начать новую игру, конечно же. Надеюсь, тут субтитры есть и так далее. 1944 год. Не в силах противостоять соперникам на двух фронтах, Третий Рейх на грани краха. Польша оказывается в самом сердце бури между отступающими нацистскими захватчиками и растущей угрозой со стороны Советского Союза. Надежды на спасение практически нет. Несмотря ни на что, армия Краева, превратившаяся в подпольное сопротивление, становится частью масштабной акции «Буря». Она получает от польского подпольного правительства разрешение начать последнее противостояние захватчикам. Восстание в Варшаве, столице Польши. 1 августа 1944 год. Время Ви. Сейчас на территории, где происходило восстание, живут 952 тысячи человек. Начинается первое столкновение. Так, время Ви, а может быть Би. Доберитесь до убежища. Обучение. Восстание начинается, но обо всем по порядку. Прежде чем приступать к боевым задачам, пройдите небольшое обучение. Продолжить. Исследование. Сейчас вы исследуете часть города. Ваш отряд отмечен уникальным значком. Внизу экрана видны отряд, инвентарь и доступные очки действия. Ваша задача — завершить задание, выполнив все задачи, отображенные в верхней левой части экрана. То есть вот это, добраться до убежища. Передвижение по карте тратит ваши очки действия. Это вот эти вот, ребята, очки. Если очки действия закончатся до того, как вы выполнили поставленные цели, вы провалите миссию. Сейчас идите дальше по улице, удерживайте левую кнопку мыши, чтобы передвигать отряд в направлении курсора. То есть, я так понимаю, вот мой отряд, мне нужно идти. Ага, вот мы так передвигаемся. А куда мне нужно идти, сюда? Или дальше куда-то? Так, события. На улицах Варшавы и в канализации вы можете наткнуться на врагов. Ресурсы или события. Некоторые противники атакуют сами, заметив ваш отряд, если он находится в зоне опасности. На карте эта зона отображается в виде красного круга. Значок с глазом показывает, видит ли вас противник. Ага, вот, значит, так видит, так нет. Если неподалеку есть событие, на него укажет стрелка рядом со значком отряда. Чтобы начать событие, подведите отряд к значку и нажмите кнопку во всплывающем окне. Хорошо. Там кто-то, ребят, смотрит у нас. Так, получить вооружение. Вашему отряду нужно оружие, прежде чем вступить в бой. Продолжить. Так, секунду. Прежде чем отправиться к точке сбора, вам нужно вооружиться. Ваш отряд приходит за выделенной квотой боеприпасом к повстанческому арсеналу. Как раз вовремя. Вдалеке показывается немецкий патруль, очевидно заметивший необычную активность в районе. Если вы хотите встретиться с войсками восстания, вам придется пробить себе дорогу. Так, боеприпасы для пистолета. А я могу это все взять или что? Или это награда будет? Выступаем. Так, ладно, ребята, выступаем. Текстовые события. Обычно у вас есть несколько вариантов развития событий. Для некоторых из них потребуется потратить ресурсы или попробовать применить навыки одного из персонажей. Неудача может привести к неприятным последствиям. Иногда даже к гибели. В тексте событий указано, какие варианты предполагают проверку навыков. Отведите отряд в следующую точку, чтобы пройти боевое обучение. Забрать все. Сбор предметов. Полезные грузы, тайники с ресурсами и брошенное оружие. На местах есть множество возможностей пополнить снаряжение восстания. Когда окно сбора открыто, нажмите на предметы, которые хотите перенести в инвентарь, или кнопку «Забрать все». Учтите, что место в инвентаре ограничено. Если он переполнится, лишние предметы придется выбросить. Брошенные предметы исчезнут только после завершения задания. Понятно. Так, ну что, пойдемте, ребят, проверим с вами, что за боевое обучение у нас тут. Вот только куда мне нужно идти, я не пойму. Давай сюда. И перехват патруля. Чтобы добраться до точки сбора, нужно устранить этот немецкий патруль. Продолжить. Обучение бою.
Этот урок объясняет механику боя. Его можно пропустить, рекомендуется начинающим игрокам. Так, активация. Вы начинаете каждый раунд с количеством активаций по числу ваших бойцов. Активации нужны для применения навыков. Противники используют свои активации по очереди. Раунд заканчивается, когда обе стороны используют свои все активации. Теперь попробуем активировать бойца. Наведите мышь и нажмите левую кнопку мыши, чтобы выделить Кшиштофа. Вот это, да? Обзор навыков. Выделите навык с помощью мыши, чтобы посмотреть описание и маркеры начальной позиции, необходимые для применения навыка. Выберите захват цели. Красный прицел означает, что это наступательный навык. Выделите его с помощью левой кнопки мыши, а затем выделите цель. Ага, захват цели. Но при выделении навыка появляются маркеры, показывающие его радиус действия. Вы можете целиться только во врага в радиусе действия. Помните, что радиус действия навыков ограничен. Так. В принципе... А вот это вот интересно, что такое, ребят? Это... А, это столько может быть врагов, да? Так, наведите мышь и нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать вражеского гренадира. А где у нас гренадир? Так, это у нас вот гренадир, а это у нас пехотинец. Ну давай. Воу! Смачно ему, да, влупил сейчас. Выносливость. Вы успешно наносите урон навыкам, но расходуете часть боеприпасов и одну единицу выносливости. Уровень выносливости отображается под шкалой здоровья бойца. Вот, ребята, у нас выносливость получается, да? Ясно. Эффективность бойца зависит от уровня выносливости. 3 единицы выносливости — это без штрафов. 2 единицы выносливости — это меткость минус 10%. 1 единица выносливости — это плюс 20% к любому входящему урону. А 0 выносливости бойца вообще нельзя активировать. Все бойцы восстанавливают 1 единицу выносливости с каждым раундом. Понятно. Вот почему его звать гренадир, гидрина вош, а? Навыки с действием по области. Эффект некоторых навыков может затрагивать несколько целей сразу. В описании они идут с пометкой «область». Понятно, вот таким вот, да, макаром? Кроме того, при прицеливании и анимации навыка подсвечиваются несколько целей. Теперь очередь вашей второй активации. Давайте используем защитный навык для разнообразия. Выделите Ядвигу. Выделил. Ядвига же. Так, выделите первую помощь. Это зеленый прицел означает, что это защитный навык. Хорошо. При применении защитных навыков маркеры цели появляются на вашей стороне. Прицельтесь в Кшиштофа. Первая помощь, ребята. Ага, залечила ранки. Одиночный выстрел. Ага, понял. Укрытие. Обратите внимание, ваш персонаж получил меньше урона. Стоя сразу за препятствиями, бойцы получают дополнительную броню, которая снижает входящий урон. Помните, что препятствие тоже получает урон. Выделите Кшиштофа. Вспомогательные навыки. Помимо применения наступательных или защитных навыков, вы также можете передвинуть своего персонажа или вообще пропустить активацию. Активация тратится в любом случае, но только движение влияет на выносливость. Давайте попробуем передвинуть Кшиштофа на более выгодную позицию. Куда? Ну вот выделим движение. Вот сюда, да? Ну давай. Подай. А я не могу почему-то, ребят. Погоди, я выделил Кшиштофа. Так. А, движение сюда. Завершить текущую активацию без применения навыков. Нет, мне так не надо. Так, выделите пустую клетку за Казимежем, щелкнув левую кнопку мыши по маркеру цели. Кто такой? А, вот это что ли он? Ну, предположим, да? Где? Вот так вот, да? Выделите пустую клетку. А, вот так вот мы его переместили. Выделите Кшиштофа. Ну, выделил. Выделите захват цели. Так, атака с фланга. Бойцы с обоих сторон занимают клетки в одной из двух горизонтальных рядов. Удар по цели из противоположного ряда считается атакой с фланга. Цель получает на 15% больше урона. Помните, что это работает как против врагов, так и против вас. Но не работает против тяжело вооруженных и бронированных целей. Попробуем воспользоваться этим бонусом. Прицельтесь во вражеского гренадира. Так, ну давай. Отлично. На 18. А где у них, интересно, выманивание?
Ох ты! Выберите Казимежа. Пора применить позитивный эффект. Выберите контрабандные боеприпасы. Вы не можете применить покос из-за неподходящей позиции. Контрабандные боеприпасы. И прицельтесь в Кшиштофа. Да мы фрицом попали! Чего? Так, позитивные эффекты. Навыки могут вызывать позитивные эффекты, которые отображаются значками рядом с портретом бойца. Наведите указатель на значки, чтобы узнать, какой эффект они дают и сколько он длится. С каждой активацией и каждым раундом время действия эффекта уменьшается. Так, град-пуль. Оу! Негативные эффекты. Некоторые навыки также применяют негативные эффекты к вражеским целям. Горение и кровотечение наносят урон в течение определенного времени. Слепота снижает меткость цели. А подавление не дает врагу применять навыки. С каждой активацией и каждым раундом время действия эффекта уменьшается. Попробуйте применить негативный эффект к противнику прямо сейчас. Выделите Кшиштофа. Выберите одиночный выстрел. При необходимости можно снять выделение с навыков с помощью правой кнопки мыши. Прицельтесь во вражеского пехотинца. Но. Ага. Кровотечение получил чувачок. Выиграйте бой. На этом боевое обучение заканчивается. Можете завершить бой на свое усмотрение. Удачи. Я, ребята, пожалуй, да пройду. Хе-хе, смерть. Так, гренадир. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, парень. Так, слушай, нам, наверное, надо подлечиться, да? Первая помощь. О, спасибо тебе большое, дорогушечка. Ну что, ты же чувак крутой у нас. Так, ребята, он не может ничего сделать. Нам нужно, наверное, куда-то переместиться. А, персонаж подавлен еще. Так, ну-ка, прямое попадание сможем сделать? Нет, только задние ряды, ребята, почему-то. Ну что ж, тогда придется сделать вот так, завершить. Ну... Можем теперь ходить? Полная серия. А ну-ка. Классненько, да? Но он выжил. Ты достал своей гранатой. Ну? Жижик, будем бомбить сегодня? Или... Почему, ребята, мы не можем с вами это? Давай, может, на другую позицию встанем? Вот так вот. Теперь-то как? Ага, не хватает, ясно. Первая помощь. Подлечим нашего пулеметчика. И, наверное, прямое попадание. Почему только на задние ряды, а, ребят? У него 7 хп всего лишь осталось. Ну, как полную серию, может быть, да? Мимо! Да какого хрена мимо-то? Град-пуль. Твою же маковку. Активация невозможна. Один ход будет действовать. Покос. Ну-ка, давай посмотрим, ребят, что за покос. Вот так вот. Смертушка немцу, ребята. Вы победили. Ну что же, вот как-то так она выглядит. Я уж не знаю, ребята, понравилось вам или нет. Пишите мне в комментах, будем ее играть или нет. Так, смерть и выживание. Помните, смерть это навсегда. И в бою, и во время событий следите за состоянием персонажей, так как здоровье автоматически не восстанавливается. Хотя некоторые награды могут показаться соблазнительными. Иногда лучше не рисковать и избежать конфликта. Так, куда же мы с вами тогда дальше двигаемся? Сюда. Так, что у нас тут опять? Патруль повержен. Проход для отряда временно свободен. Победив в первой настоящей схватке, отряд спускается в канализацию, чтобы добраться до точки сбора. Праздновать некогда. Самое сложное впереди. Восстание набирает обороты. Вас ждет долгая битва. Так, возвращение в убежище. Как только вы выполните все задания в верхнем левом углу экрана, появится значок. Нажмите кнопку «Завершить задание», чтобы вернуться в убежище. Так, вы победили. Повстанцы, награды, полученные предметы. Ну-ка, вернемся, ребята, в убежище и посмотрим, что у нас тут. Итоги задания. На задание требуется время. В конце каждого задания вы получите небольшое резюме всех побед и поражений восстания. Вы также получите возможность разрешить все события, которые произошли в это время. Так. Районы, боевой дух, разруха. Так, события, следующий день. Продолжить. Это у нас август. 2 августа, да, 1944 года. Так.
бутерброд с кулаками. Ваше внимание привлекает синяк под глазом одного из ваших парней, и вы хотите лично выяснить, в чем дело. Выясняется, что во фронтовой столовой восстания появился новый повар со взрывным характером. В особенности, он не терпит, когда критикуют его стряпню. К вашему большому удивлению, это не первый подобный случай, и на его сменах кулаки идут в ход часто и густо. Угостить повара его же фирменным блюдом, выгнать повара из восстания. Доходчиво объяснить повару, в чем проблема. Ничего не делать, нравится вам или нет, а он по-прежнему в рядах восстания. Давай, наверное, мы попробуем угостить повара его же фирменным блюдом. Так. Кого будем, да, применять? Естественно, вот этого нашего паренька. Вы уговариваете одного из товарищей нанести повару дружеский визит, желательно на виду у других повстанцев. Вы не приветствуете при встрече, но вам рассказывают, что звуки ударов из кухни ласкали слух. Таинственным образом случаи насилия на кухне тоже прекращаются. Плюс 3% импульс восстания. То есть, получил повар звездюлей и, надеюсь, он на этом успокоился. Ну что же, продолжаем, ребят. День второй. 2 августа 1944 года. Убежище обучения. Вы добрались до убежища повстанцев. Это ваш пункт сбора между заданиями. Можете либо пройти обучение о работе с убежищем, либо пропустить его. Продолжить, конечно же. Убежище повстанцев. Здесь можно планировать новые задания, следить за восстанием боевых товарищей, управлять снаряжением и вербовать добровольцев. С этим помогут соответствующие специалисты. Текущие и будущие члены отряда также отображаются здесь. Чтобы открыть меню персонажа, щелкните по его портрету левой кнопки мыши. Так, ну вот, ребята, это наше как бы убежище. Это кто такой? Священник. Навестив священника, вы можете посмотреть список бойцов сопротивления, погибших на службе восстания. Ага. Знаете, на что она даже похожа? Не на то, чтобы Lord of Eratus, ребята, а на Darkest Dungeon. Вот на что. Да. Там тоже было такое же, помните, да? Убежище, ну, там, конечно, побольше, но тем не менее. Так, обзор персонажа. Здесь можете посмотреть атрибуты, свойства оружия и навыки вашего персонажа. Чтобы изменить снаряжение или набор навыков, перейдите на соответствующие вкладки. То есть навыки, я не знаю, ребята, можно ли их прокачивать. Скорее всего, можно будет. Или открывать что-то новенькое. Выбор навыков. Чтобы выбрать навык, щелкните левой кнопкой мыши по навыку, который хотите выбрать, а затем по пустой ячейке. Красный фон означает оружейные навыки. Они наносят урон и потребляют боеприпасы. Доступные навыки будут меняться в зависимости от выбранного оружия. Другие цвета означают личные навыки, которыми индивидуальны для каждого члена отряда. После каждого повышения персонажа открываются новые навыки. Вот так вот, ребята. Выбранное оружие. Чтобы выбрать оружие, щелкните левой кнопкой мыши сначала по нему, а затем по пустой ячейке для оружия. У каждого бойца есть определенный набор видов оружия, которым они могут пользоваться. А также вид оружия дает владельцу два свойственных ему навыка. Две единицы оружия одного вида выбрать нельзя. Понятно. Так, военные бонусы 20%, да? Разница между значениями влияет на то, насколько быстро снижается движущая сила восстания. Боевой дух у нас 100%, и это дата. Так. Выбранное оружие. Так, доступное оружие, то же самое, ребята. И... А могу я вот это взять? Или у нас... А, выбранное оружие. У нас гранатомет и винтовка. Навыки вот такие у нас. Щитолом. Провокация. Возрастает уязвимость к навыкам противников. В укрытие. Захват цели и одиночный выстрел. А я могу щитолом взять? Нет? Щитолом что делает у нас? Наносит 25-34 единиц урона. Бронебойность 55%. Бонус к меткости и бронебойности против бронированных и тяжеловооруженных целей. Снижает меткость против пехоты. Расходует 2 выносливости. Хм. Ладно. Конечно, надо, ребята, все это дело тестить. А как, например, я могу продолжить игру? Так. Архивист. Архивист дает вам доступ к кодексу. В кодексе вы найдете подробные биографии повстанцев. Также в нем содержатся краткие отчеты о разблокированном оружии и отрядах противников, с которыми вы сражались. Персонажи. Ядвига, Кшиштоф и Казимеш. Лис-мошенник.
Прозвище Лыбко. Казак. Любит коллекционировать предметы Первой мировой войны. Не любит детей. Сын почтальона и сотрудницы кинотеатра. Самопровозглашенный предприниматель с Ружицкого базара. Давний торговый партнер польских повстанцев. Снабжает их боевым оснащением в обмен на искусно подделанные кенкарты. Прикольно, ребята, вот это вот то, что везде орленок Щурка. Не любит тех, кто не подчиняется приказам. Ну, ты, Кшиштоф, смотри, какой. А такая Едвижка, ну-ка. Измена, яга. Любит одежду в парижском стиле. Не любит дождь и холод. Коренная варшавянка, учительница, бывший инструктор в Союзе польских харцеров. Обучилась основам медицины во время работы в СПХ. Вызвалась помогать восстанию в качестве санитарки. Блин, прикольно, мне нравится, ребят. Смотрите, да, Гитлера там нарисовали как. Ладно. Мне интересно знать. Так, информатор. Информатор помогает отслеживать статус восстания. Он отображает восстание как восстание в целом, так и отдельных повстанческих ячеек в различных районах. Чтобы продолжить противостояние, восстание каждый день потребляет военные ресурсы, которые ему предоставляют различные районы. И если военных ресурсов не хватает внутри, восстание падет боевой дух. Если боевой дух достигнет нуля, восстание не может продолжаться. В этом случае игра окончена. Ё-моё! Нажмите кнопку «Новое задание», как только будете готовы. Вы поняли, да? Если у нас восстание с вами, ребят, боевой дух опустится до нуля, все, фиаско. И что же нам тут выбрать? Вылазки. Вылазки позволяют помочь своему району отправить нуждающим припасы и поднять их боевой дух. При каждом возвращении в убежище есть 50% шанс совершить вылазку в пострадавший район. Так, ну что, я даже не знаю, ребят, давайте попробуем Прагу. Используется для оплаты различных товаров и услуг. Ну, Прага. Как мне вот выбрать, ребят, Прагу? Никак? Новое задание? Выбор задания. Каждый раз, когда вы выходите из убежища, информатор отмечает на карте доступные задания. На каждое задание нужно несколько дней. Так как отряд не может быть в нескольких местах одновременно, вы можете выбрать только одно задание за раз. Остальные задания будут считаться проваленными, так что выбирайте грамотно. Выберите район со значком задания, чтобы посмотреть подробности. Так, смотри-ка, тут еще у нас, ребята, выбор, оказывается, есть, ё-моё. Не все так просто, как думал я. Так, районы и задания. Подробности задания включают в себя длительность задачи и награды. Если вы проваливаете задание, район получает очки разрухи. Ага. Подробности районов включают в себя текущий уровень боевого духа и разрухи. Уровень разрухи показывает, на сколько очков каждый день снижается боевой дух района. Учтите, что низкий боевой дух отражается на доходах района. Если боевой дух падет до нуля, район сдается захватчикам, что прикрывает приток капитала и доступ к заданиям. Боевой дух, разруха. Ну что, ребят, поехали. Охота. Отправка. Прежде чем отправиться на задание, наберите людей в отряд в соответствии с ограничениями. Чтобы добавить персонажа в отряд, щелкните левой кнопкой мыши сначала по нему, а затем на пустую ячейку. Помните, для успешного выполнения задания необходимо грамотное построение. Каждый бой ваши персонажи будут начинать в том же построении, которое вы выбрали перед заданием. Снарядите отряд достаточным количеством боеприпасов, щелкните по нужному виду патронов левой кнопкой мыши. Не перестарайтесь, если вы найдете в городе полезные предметы, для них понадобится свободное место в инвентаре. Так, ну что, я не знаю. Выбранный отряд, это у нас резерв. Так. А вот это что за красавица у нас такая, я не знаю, ребят. Я могу, интересно, взять 4 персонажа? Могу. Так, это у меня припасы для задания. А вот это что такое? Сигнальная ракета. Открывает все пункты повышенности интереса в текущей зоне видимости. Стоимость 5 очков действий, да? Я думаю, что мне бинты нужны будут. Ну что, давай попробуем, ребят, посмотреть. Начнем задание. Как у нас тут будет? Так, куда я должен идти? Закрепите влияние восстания в этом районе. Хорошо, погнали. Нам показывают, ребята, стрелочками, куда нам нужно с вами двигаться. Так, что это такое у нас? Тайник. Вынести тайник с основными ресурсами. Забрать все, конечно же. Так, тут немцы у нас стоят. Можно их, ребята, обойти. Так, я понимаю, да? Так, ну.
Опять тайник? Ну давай, давай заберем, ребята, все абсолютно, что мы тут с вами будем. Опа. Пока меня не видит, да? Ну, мы можем с вами, наверное. Или можно уйти. Я не знаю, нужно с ними драться или нет. Давай попробуем. Твою же маковку, они как-то стоят. Опа, меня заметили. Ого. Открыты новые статьи кодекса. Так, у нас здесь гренадир. Огнеметчик. Ну-ка, давай-ка мы сделаем, наверное, покос. Вот так вот, наверное, да? Да ладно, тебе еще и промазал. Так, полная серия. Сопротивление. Хе-хей. Олух. Ты на кого батон крошишь? Так, ребята, 35 хп. Блин, вот граната. Вот мне бы гренадира бы, конечно, было бы неплохо. Так, ну что, полную серию, покос. Давай, наверное, полную серию. Да чтоб тебя, а? Чё ты мажешь? Открыть огонь. Так, ну у нас сопротивление работает пока. У нас что тут по здоровью? Пока все хорошо. Баррикада. Выстрел вслепую. Надо огнеметчика, ребята, убрать, наверное, я думаю, да? Ой-ой-ой, еще 50 здоровья у него. Одиночный выстрел. Так, кстати, нам нужно этого паренька-то прохилять. Иначе... Спасибо большое. Так, можно еще? Нет, не могу. Да ты достал уже. Такое ощущение, что он там бомбит с какого-то этого... С миномета. Давай хилять. Так, ну что, пока вроде бы неплохо, да? Да ты достал. Блин, вот это я вляпался, по-моему. Ну что же, давай, наверное, попробуем. Одиночный выстрел, да? 21-27 урона. Могу только задние ряды бомбить. Полная серия. Покос. 16-24, а тут 19-28. Поехали, может быть, сейчас вот этого чувачка снесем, может быть. Чуть-чуть не хватило, буквально одной единицы урона. Зажигательная смесь. Все-таки загорелся, да? Еще и ослеплен. Так, надо, наверное, нам его. Хотя здоровье у него, в принципе, нормуль. А вот эту барышню надо нам подхилить. Отлично. Кто у них там следующий ходит? Выманивание. Из-за баррикады выманил, да? Ладно, упыреныш. Ну, почему мы горим, ребят? Мы горим, горим и горим. Полная серия. Добиваем. Мимо, вот по нему мы промахнулись. Он должен был отдуплиться. Твою же налево, а. Так, ребята, у нас совсем плохие дела. Я вам серьезно говорю. Надо хиляться. Давай хильнемся. Так, сейчас они ходят, да? Потом опять мы. Одиночный выстрел. Так, секундочку. Я не знаю, может, покос не могу применить. Одиночный выстрел. Я вот хоть... Не получается. Захват цели. Убрать надо этого. Ну, вот это другой разговор. Так, минус, короче. Следующий будет у нас... Град-пуль. Огнеметчик, короче, будет, ребята, следующим у нас. Это однозначно. Снесем, как думаете, или нет? Е! Ну, далее что? Мы горим потихоньку, да, с вами? Ты ослеплен еще до сих пор или можешь? Нет, ребята, уже может бомбить. Хм, только причем полной серией. У баррикад тоже есть здоровье, да? То есть можно ее снести. Мимо, промахнулся олух. Это нам, ребят, на руку. Как мы помним, здоровье у наших бойцов само по себе не восстановится. Ну-ка. 29. Слушай, не дурно, совсем не дурно. Мимо. Так, давай. Попробуем, наверное, захват цели.
Еще двадцаточка. Так, ну. А, мы и ходим. Хорошо. Так, баррикада вслепую. А мы знаешь, что будем? Мы будем с вами пока, наверное, отхиливаться. Пока будем с вами хиляться. Пятый ход. Ага, я опять же продолжаю, ребята. Нормуль. Так, сейчас враг ходит. Да ладно тебе, граната. У нас, ребята, много инициативы, потому что у них два бойца, а у нас четыре. Поэтому у нас на два хода больше мы можем с вами делать. Так, шанс применить горение. В плане. Применить к улучшению? Неверный тип. Вот это я пока не понял. Хорошо, давай захват цели сделаем. На 16. Так, давай еще тогда. Мимо. Хорошо, что они мажут. Это мне даже очень нравится. Так, а у нас еще с вами боеприпасы же кончаются. Баррикада. Что она... Ну-ка, что делает баррикада, ребят? Хм. Цельтесь в пустую клетку. Ну вот, например. Ага, все, понял, что ты делаешь у нас. Так, а я выстрел вслепую. Всего лишь на троечку, да, бомбанули. Это слабо. Шестой ход. Полная серия, ребят. Да ладно, тебе еще промахиваешься. Тебе же ничего такого нету, никаких антистатов нету. Так, контрабандные боеприпасы. Примените. Применять улучшенное кровотечение 2 или применяется к легкой воспламеняемости. То есть, скорее всего, это лечит. Вот, ребята. Когда, например, кто-то у нас горит или отравлен, вот контрабандные боеприпасы — это вылечивание. Наверное, скорее всего, так. Отталкивающий огонь. Ох ты, неплохо. Отталкивающий огонь. Так, сейчас они ходят. Достал уже своими гранатами здесь. Мы можем, наверное, нет, похиляться не могу. Захват цели. Так, добьем, интересно, мы этого улха или нет? Как он так на одной единичке выживает, а? Мы еще можем сходить с вами. Так, кто у нас? Во, полная серия. Не достаю, к сожалению, я полной серией. Только лишь вот до этого могу бомбануть. Ладно, давай сделаем. Так, ну что, еще один ход, ребята, и они у нас отдупляться. Противники, я имею в виду. Полная серия. Добиваем, наверное. Мимо! А кто бы сомневался? Я не сомневался, ребята. Естественно, мимо. Ну, тут на 20-ку, кстати, это очень критично. Если мы сейчас не захиляемся, это будет каёк. Вы не забывайте, в следующий бой, если мы с вами пойдем, да, у нас здоровье, вот сколько вот сейчас есть, столько и будет. А сейчас можно посмотреть, кстати. Не могу, да? Не могу я посмотреть. Так, выстрел вслепую. Готов. Смертушка пришла за тобой, Фриц. Так, дай-ка я возьму захват цели. Так, ты ж... Зараза. Так, ладно. Давай еще разок. Вот так вот. Ну что, ребят, я победил. Но здоровья у наших бойцов тоже мало. А это что такое здесь? Ага, забрать все. Забрали, ребята, здесь боеприпасики мои. Нам надо отсюда выходить. А, влияние. У нас 3 из 6. Твою же маковку заметили. То есть, если мы набираем 6, то, в принципе, миссия будет пройдена. Открыты новые статьи кодекса. Одиночный выстрел. Не получится. Отвлекающая активность. А куда я могу? Вот сюда? Атакуйте туда! Ой, он, по-моему, ребята, взял на себя, да? Возрастает уязвимость к навыкам противников. Ну что же, будем, наверное, полную серию, да, делать? Нет, покос тогда лучше. Давай, верхний. Во, троих. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Парень бомбит, отлично. Но здоровье, как я вам и говорил, ребята, не восстанавливается. Видите? Сколько было, столько и осталось. Так что. Это очень-очень опасно. Подожди, а почему. Ну-ка, во. Покос.
Опять по троим. Ух! Смачно. Зажигательная смесь. Поджог, да, сопротивление. Меткость минус 25%. Активация невозможна при каждой активации. Так, нам нужно попробовать, ребята, залечить. Ну-ка. Неверный навык. Нет, я думал, что... Слушай, не то, ребята. Я думал, мы сможем с вами отхиливать. Но нет. Ну-ка. Оу, крит удар. По кому-то там проехалось. Так, 3 хп остается, да? У кого-то там. Ха-ха, все-таки бомбит в баррикаду. Отвлек... Так, тихо. Ход второй. Мы, да, значит, ходим с вами. Давай сделаем еще разок покос. Одного минусанули, ребят. Так, нам нужно... В баррикаду стреляет. Дурило. Теперь нужно, ребят, нам с вами все-таки залечиться. Вот, барышню подлечим. Иначе это будет конец ей. Так, и... Во-во, вот бомбите в баррикаду. Самое то, что нужно. А мы пока с вами еще хильнемся. Кого тут надо? Так, давай-ка, наверное, нашего стрелка. Так, ходят они. Слушай, ну это классно, что они в баррикаду бомбят. Это вообще великолепный навык. Да, вот это вот отвлечение. Так, а мы с вами можем... Нет, не можем. Можем сделать баррикаду, можем сделать одиночный выстрел. Добьем? Я думаю, добьем. Нет. На 18 всего лишь. Ах ты, у нас же горишь еще, барышня. Это плохо. Но у нас инициативы больше. Поэтому мы можем, наверное, скорее всего, с вами еще и похилять ее. Отлично. Выманивание. Так, им понадобился мой медик, да? Заблуждение. Цельтесь по пехоте. Применить подавление. Так, перемещает противника в другой ряд. Ага. Ну-ка. Да, мы его меняем, ребята, просто местами. Град-пуль. Опа. Лечиться нужно, ребят, срочно. А я пока не могу этого применить. Так, баррикада. Выстрел одиночный. Давай попробуем убрать. Шикарно. Остается их двое всего лишь. А, мы ходим, да? Кто у нас еще не походил? Выстрел вслепую. Мимо. Ладно. Четвертый ход. Так, будем лечиться в первую очередь. Отлично, молодец. Дальше ходят они. Выманивание, да? Теперь им мой автоматчик. Пулеметчик понадобился. Так, ты у нас не ходила, давай выстрел вслепую сделаем. На 8, слабо как-то. Так, мы его еще и вниз переместили почему-то. Так, ну ты пока еще держишься, молодцом. Подавление. Подавление на нем, ребят, стоит. Отвлекающая активность. Вот пускай он. Мы, короче, ребят, как будто из-за баррикады кричим, поэтому они в нее начинают стрелять. Первая помощь. Да, скорее всего, нам нужно вот этого подлечить. Ух ты, на 26. Тебе фартануло, парень, сегодня? Пятый ход. Ну, давай, наверное, еще кого-нибудь подлечим, ребят, с вами. Баррикаду можно хильнуть. Нет, самого медика подлечим. Так, они ходят. Выманивание. Вы определитесь, что вам вообще нужно, ребята. Заблуждение. Так, заблуждение мы с вами испытывали. Выстрел вслепую. На 14. Шикарно. Мы можем баррикаду с вами сделать. Хе-хе-хей. Почему-то не стали бомбить, да, здесь, ребят? Так, есть пустая клетка? Есть. Пускай баррикаду выдвигает здесь. Так. Еще можем, да, баррикадку поставить? О! Просто за баррикадами спрятались. И выстрел, ребят, вслепую. На 13. Так, ну что, давай. Ох ты. Вмазал-то как. Молодец. Лечим, ребята, ее. На 18 урон был, на 17 отхилились. Да чтоб тебя.
Давай. Я не могу понять, почему мы не можем. Я могу тебя переместить? Вот что вот это означает, а? Вот, ребят, как я должен применить это? Улучшает кровотечение, улучшение кровотечения. Может быть, это когда они, у них там что-то надо будет применять. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас проверим, ребят, что это означает. Заблуждение пока применять не надо. Хотя у нас нет другого варианта. Давай. Переместили, да, его? Ну? Еще, что ли, разок? Давай этого теперь наверх. Вот так вот. Теперь просто остается пальнуть по ним очередью, и будет вообще великолепно. Хм. Почему я не могу, ребята, никем походить мимо? Только не говорите, что у нас боеприпасы закончились. Что? Отлично, промахнулся олух. Почему ты не можешь? Неужели потому, что ты в заднем ряду из-за этого? Ну, давайте я перемещу вот сюда. Или как там? Ага, вот так вот. Теперь ты сможешь стрелять, интересно? Ну-ка посмотрим. Нет. А почему? Почему ты у меня не можешь ходить? Так, прямое попадание. Мимо! Вот тебе, блин, прямое попадание. Со своего кольта бомбило, и ничего у тебя не вышло. Так, и все, ребят, больше никто. Заблуждение. Поменяется, да, сейчас? Да. Восьмой ход. Прямое попадание. Только поэтому могу. 15. 21 хп у него осталось. Ой-ой-ой. Это ты зря. В укрытие. Ну-ка. Оу. Вот что значит в укрытии. Это выстрел с гранатомета, оказывается. Выстрел вслепую. Вау, на 13. Слушай, ребят, ну он трупец. Уже 8 хп у него всего лишь остается. Я думаю, что... Так, инициативы нету, да? Значит, мы просто пропускаем. Ну все, парень, тебе в любом случае ты труп. Просто труп. Конечно. Промазали. Сейчас по... Выманивание. Ага. Так, а мы можем? Ребят, не можем. У нас, наверное, всего лишь один выстрел был. Смертушка пришла за тобой, парень. Да, ребята, игруха сложновато. Но интересная, интересная. Так, у нас 4 влияния из 6. То есть нам надо продолжать дальше. Но не забывайте, что у нас, ребята... Че я не могу выйти-то? Застрял там где-то. Что у нас с вами очки действия заканчиваются. Если они кончатся, мы с вами... проиграем. То есть мы как бы вот действительно как вот по реалу, да? Тут дома, мы между дворами и улочками ходим. Все, я, кажется, понял, что я не сделал, ребята. Надо было в каждую эту, в каждый бой влазить. То есть, опа, припасы. Припасы мы с вами заберем. Забрать все. Так, заметят, да ведь? Тупыреныши. Ну что, делать нам нечего. Ох ты. Ну что, полную серию, наверное, да? Или покос? Лучше, наверное, все-таки... Погоди-ка. Ага, вот оно что. Ну давай тогда вот так сделаем. Так, полная серия, покос. Сейчас они... Граната! Граната это, конечно, да. Так, мы можем с тобой подлечиться? Давай отхиляем нашего пшишика. Так, они ходят. Оу, только вылечил и получил опять урон. Ну ладно. Слушай, давай-ка, наверное, мы вот так вот с вами. Одиночный выстрел. Только, ага, ну ладно, давай огнеметчика. 24. Это неплохо, кстати, неплохой выстрел был. Отвлекающую активность сейчас мы с вами применим. Если успеем. Вот так вот, стреляйте по баррикаде. Твою же налево.
Так дело не пойдет, ребята. Так дело не пойдет. Срочно лечиться. Блин, почему у них без крита? Может быть, нам баррикад тут протыкать? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Кого еще подлечить? Блин. Придется. О, на 28. Хорошо-то как. Вот, пускай по баррикадам бомбят. Отлично. Пошло дело, как говорится, да? Так, а мы с вами будем захват цели. Так, урон 14-17, цель 67%. А, так. 87, отлично. На-ка. Так, этого мы уберем сейчас, наверное, с вами. О, хорошо, что не бомбят по баррикаде. Так, ты у нас пока не можешь, да, стрелять. Полная серия, это не надо. Восстановим здоровье. Давай. Замечательно. Так, они ходят. Град пуль. А, у него сопротивление сработало, да? Это хорошо, ребят. Одиночный выстрел добьем, интересно, или нет? Хоть бы с критом. Е! Смертушка. Так, минус огнемишек, ребята. Остается у нас один пехотинец и два автоматчика здесь. Так. Первая помощь. Давай саму медичку похилим, да, на всякий случай. На 10 минусанул. Так, ну что? Полная серия, полная серия. Давай. Мимо. Какого ж лешего ты все мажешь, а? Ты посмотри, вот стабильно на десятку он влепливает ей, а? Давай вот так вот сделаем. Выходи, фраер, правильно, выходи, фраер. Так, четвертый ход. Давай-ка мы с тобой подхиляем нашу... Ох ты, на 32. Полностью восстановили ей здоровье. На 18. Вжарил. Так, давай, пшишек. Одиночный выстрел. Вот этого, да? Подожди, одиночный выстрел. А, мы можем только дальнего, ребят. На 24. Ну, это тоже неплохо, я считаю. Град пуль на 9. Прошел. Сопротивление, да? Это хорошо, что у него, ребята, большое сопротивление. Так, и... мы можем выстрел вслепую. На 9. Не очень лучший вариант, конечно, но тем не менее. И баррикадочку давайте. Хотел баррикаду это сделать. Тогда не будем сейчас пока делать этого. Или будем? Нам придется. Вот сюда вот. С кирпичом идет. Выставляет эти кирпичи. Пятый ход. Выстрел вслепую. Нет, давай, наверное, прямое попадание, да? 73%. Ага. Ну, в принципе, вот этого мы можем, ребята, уже выманивание. Можем, в принципе, его быстренько сейчас бомбануть. Ну вот почему, я не могу понять. Может быть, как-то тут перезарядка есть? Недостаточно боеприпасов, ребята. Все-таки за боеприпасами надо было смотреть. А что будет, если у меня вообще не кончится? Как я буду здесь играть? Мимо. Так, у нас же еще есть... Или у нас нету, ребята, у этого гранатомета? Нету. И это плохо. Да ебарсете. То есть у меня получается только лишь остались патроны и все вот для вот этой барышни. А если у нее, например, закончится, как мы будем с вами? Все, у нее нет, например, патронов. И что нам теперь вы прикажете делать? У меня нет боеприпасов, ребят. Так, в укрытие. Давай. Какого лешего я промахнулся-то? Необходимо боеприпасов 6. Так, выстрел есть. Прямое попадание. 11-18. Да ну! Хорош! Какого лешего-то? Как он выжил?
Оу, тихо, 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 ребята, я кое-что увидел. Мы с вами можем потерять пшишиха этого. Вот я его так назвал, пшиших. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, смерть. У него 7 здоровья всего, посмотри. 7. Это вообще не есть хорошо. Заблуждение. Пошел, как говорится, отсюда. А что же делать нам тогда? Аптечки? Есть аптечка. Есть аптечка. Фух, пока поживет парень. Так, вражина ходит. Ага. Наверное, многим покажется, ребята, нудноватая игра в том плане, что слишком долго здесь все это происходит. Мимо! То есть, ну, понял, да? Пока я схожу, пока я выберу. То есть, это игра на любителя. Кто любит именно вот такие вот тактические штучки-дрючки, любит разбираться. В общем, это игра для них. Так, нам придется пропускать ход. Потому что никаких очков здесь у нас нету, и мы ничего сделать здесь не сможем. Так. В укрытие. Бомбанем. Во! Прикольно. 9 хп у него всего лишь остается. То есть, это все гранатами нас бомбит. А почему у него гранаты не заканчиваются, а? Почему у него не заканчиваются гранаты? 35. Нифига себе, мы хильнулись с вами. Так. Пора нам этого чувачка тоже подхилить как-то. Не ровен час отдуплиться. Так, выстрел вслепую. Е! Завалили. Так, мы ходим. А кем ходить нам? И сходить-то некем. Пропускаем ход, ребят. Так, медик, давай лечи. Первая помощь, хорошо. Так, сейчас он опять со своей гранатой, а? Ты достал, серьезно уже говорю тебе. Так, мы что, ничего, можем только вот так вот. Ну, у него здоровье 65. Оу, мы его будем сейчас до посинения тут разбирать. Так, давай-ка мы его вытащим оттуда, да? Нечего ему за баррикадами прятаться. И пропускаем ход, соответственно. Потому что нам нечего сейчас делать. Так, хиляемся. Давай ее подлечим, да? Баррикадистку нашу. Мимо. Так, что, прямое попадание или отвлекающая активность пока мне не нужна? Ну да, выстрел вслепую. На 12 еще раз. Шмякнули. Почему-то он опять, ребята, в свое... О! Сколько у него там? 2 хп всего лишь осталось. В общем, ребята, на следующий ход я его расстреливаю до конца уже. Полностью убиваю. Так, я сейчас что-то сделал не то, да? Я пропустил ход, хотя у нас новый раунд. Так. Прямое попадание. Ага. Не получится. Тогда так. Есть. Ну что же. Ребят, победа за нами. Побежденные враги. Как вы понимаете, да? На первый... Оух. Завершить задание. Наконец-то. Посмотри-ка. Вместе с уроном выше определенного предела персонажа получает травму. Травмы сокращают здоровье персонажей после возвращения в убежище. Их нужно будет вылечить в госпитале. Вот оно что. Вот оно что, ребята. Свежая кровь. Командование прислало ваш отряд нового человека. Ко всеобщему удивлению, новичок оказывается перебежчиком из страны врага. Как он оказался в восстании, загадка, ведь он плохо говорит по-польски. Тем не менее, известно, что этот бывший нацист родом из Эльзаса, и что он не слишком увлечен делом восстания. С другой стороны, перспектива погибнуть за Рейх его тоже не привлекает. Он может быть источником ценных разведданных, но осторожность с ним не помешает. Так, Мартин теперь в моем отряде. Добро пожаловать. Слушай, какой-то лазутчик на самом деле. Мне так вот почему-то кажется. Не знаю, может быть, я и ошибаюсь. Ну что же, ребята, у нас день 6 августа 1944 года. Я немножко уже начал разбираться в этой игре, но все равно еще много чего предстоит. Ну что ж, друзья, завербовать? Ну что, друзья, мы на этом с вами будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, вам игра понравилась. Пишите в комментариях. Ну а мы увидимся с вами в следующих новых видосиках. Всем пока и до скорого.